Мне очень нравится ее название, потому что я считаю, что мы не должны слово «русский» уступать разным, на мой взгляд, лжепатриотам, людям, которые себя называют патриотами. Для меня слово «русский» очень дорогое, и особенно в применении к языку, потому что это тот язык, который пишет мои стихи. Это не я их пишу, они сами пишутся. Нету гибче и легче эн того языка, что и шепчет, и квохчет, как на нарах зака, что и веет, и реет, как Андреевский флаг, как матросы на реях и как досточки плах, что лелеет лилово и лелеет десну, прославя, прооснова, рубит пращур сосну, и что сеет и веет, вырезает и льет из кириллицы веер, из глаголицы мед. Вот поэтому мне очень приятно, что первая премия, которую я получаю в России, на моей родине, называется «Русская премия».